Я вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – люди, які своїм життям прославили нашу землю. І серед них особливою зіркою сяє ім'я святого преподобного Іова Почаївського, пам'ять якого Православна церква вшановує 10 вересня. У нас в студії гість ієрей Максим Міркулов, клірик Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці, який щойно повернувся з Почаєва, де й почивають мощі святого преподобного Іова Почаївського. Отець Максим, здравствуйте. В ваших глазах еще отражается Почаївська лавра. Очень рады, что вы, несмотря на усталость, что вы, как говорится, только что с колес, но приехали к нам в студию, чтобы поделиться и впечатлениями, и рассказать об этом удивительном святом, святом преподобном Иове Почаевском, мощи которого почивают в Почаевской лавре, и чудеса там случаются практически каждый день, да? Конечно, да. Святой, который очень значим для нас, для нашей Украинской Православной Церкви, для нашей украинской земли, потому что это святой, который родился в украинской земле, который совершил свой земной подвиг в Почаевской лавре, Тернопольская область. Может, кто-то не знает об этом чудесном монастыре, об этой лавре. Преподобный Иов – это святой, который значим для нас, потому что многие люди о нем слышали, многие люди прикладывались к его мощам. Многие люди в этот день собираются большим количеством в Почаевской лавре, собираются для того, чтобы прославить преподобного Иова, которого церковь называет еще чудотворцем, потому что чудеса действительно происходят практически каждый день. Люди по своей вере получают либо какие-то прошения, исполняет Господь по молитве преподобного и по вере людей, либо какие-то чудеса исцеления. Но самое главное, люди приходят к преподобному для того, чтобы попросить у него помощи идти по пути ко спасению. Потому что самое главное – это путь ко спасению через трудности, через скорби. И находят люди утешение по молитве преподобного, прикладывают к его мощам. Раньше, будучи еще семинаристом, мощи открывали ручку, можно было прикладываться к самой руке преподобного. И свидетельствую я, и многие люди, что когда прикладываешься, ощущаешь теплоту, потому что тело преподобного, как у живого человека. Это да тоже является чудом. Да, и многие, кто не хочет в это поверить. То есть даже мягкая рука? Мягкая рука и теплая. То есть это тоже является чудом. Вот как раз в день преподобного Иова завтра мощи его будут перенесены в Преображенский собор, где будет совершаться богослужение, всеночное бдение, божественная литургия, мощи будут открыты, и доступ к ним будет открыт, все будут прикладываться, молиться, просить у него помощи. Отец Максим, если почитать житие святого преподобного Иова Почаевского, мы знаем, что он жил на рубеже 16-17 веков, и прожил он целых 100 лет. Причем при этом, как ищет, что ищем? Ищем источник долголетия, чтобы долго-долго жить. А святой преподобный Иов Почаевский не искал источника долголетия. И жизнь его была полна скорбей и лишений, а прожил 100 лет. 1551 год – это год рождения преподобного Иова. Родился он в Галиции, в семье очень благочестивых людей, и при крещении был назван Иоанн, в честь святого пророка и предтечи Господня Иоанна. И, конечно же, с малых лет он видел пример своих родителей, он впитывал этот пример от верующих людей. Это тоже вот очень значимо, житие преподобного Иова для нас, вот, для родителей, потому что, смотрите, в 10 лет от роду маленький вот этот отрок уже решается стать полноценным монахом в 10 лет всего 10, лишь. То есть он принимает решение уйти из мира в 10 лет? В 10 лет, да. Перед этим он, конечно, изучал и Священное Писание, он любил очень читать, тоже можно наше время сейчас сравнить, как вот в 10 лет дети стремятся к этому. Но он стремился, изучил и житие святого, своего небесного покровителя, пророка, предтечи Иоанна, других святых. Память которого, кстати, мы будем отмечать 11 сентября. 11 сентября, да. День Всекновения его главы. И с этим вот стремлением, он решимостью, он старается как бы вот
ну, стесняється родителям сказати, ну все-таки рішається. І ходить в монастир, в Горницький монастир тайком. Ну, некоторі життя говорять тайком, некоторих, що от все-таки як-то родителі об этом знали. Ну, скоріше всього, що тайком. Він бігає в Горницький монастир, там він припадає к ногам ігумена. Игумен, конечно же, удивляется решению этого отрока, ребенка, но видит в глазах его, что это действительно, и как бы ему было Богом открыто, что это подвижник. Это не просто ребенок, который там что-то просит неосознанно. И решается взять его в число братьев. И уже через два года, видя его труд, его послушание, через два года он его постригает в монашество. То есть 12 тоже, лет. 12 лет. Это очень редко. Для, если смотреть жития многих святых, то это редкостный случай, когда в 12 лет человек становится уже великим монахом. Что, почему великим? Потому что действительно вот это стремление у него вырывалось не только, что он старался всем помочь, он старался все совершить, все, что сказано, написано в монашестве, игумен это заметил. И плюс еще ему было открыто, конечно же, Господом, что это непростой человек. И в 12 лет, вот с 12 лет до 100 лет, это вот это более 90 лет подвига, труда, молитвы преподобного Иова, что сделало его великим святым. И который является молитвенником и сегодня, и защитником всей нашей земли? Конечно. Сегодняшний день, ну, завтра, 10 сентября, многие приходят в Почаевскую лавру, кто приезжает с тем, чтобы действительно прославить этого великого угодника Божия. Не только среди городов Украины, но и зарубежья. Приезжает на этот праздник, уже как бы традиция, десятилетиями это все совершается. И действительно, люди радуются, что есть у нас такой заступник, заступник нашей земли. Он еще прославлен церковью как защитник православия, потому что в свое время он боролся с унией. Если знаем из истории, что Почаевский монастырь был более 100 лет под унией. Преподобный Иов старался показать свое православие, доказать, что он действительно православный человек и не изменит православной вере, вере своих предков и родителей. Поэтому люди радуются, что у нас есть такой заступник, и мы радуемся, и просим всегда у него помощи. В многих храмах и нашей епархии есть иконы с частичками его мощей. Люди совершают память его, кто не может приехать в Почаев, молится. В нашей епархии есть храм преподобного Иова на Сухом Фонтане, где настоятель отец Игорь. Там тоже завтра торжество. Поэтому, кто не имеет возможности быть в Почаеве, будем завтра там прославлять преподобного Иова. И радоваться, слава Богу, что у нас есть такой заступник. Слава Богу за все. Отец Максим, само имя Иов, вот есть в среди сонма православных святых Иов многострадальные. Есть Иов Почаевский, то есть само слово Иов, ну, как бы предопределяет, что человеку предстоит нелегкий путь. Но эти святые, они сознательно шли навстречу трудностям, навстречу, ну, даже можно сказать, страданиям. А люди, и, конечно, ну, в принципе, это нормально, когда человек, припадая к иконам или припадая к какому-либо святому, просит об избавлении от страданий. Вот какая-то нестыковка, понимаете? Святые или не святые, а вот монахи идут навстречу страданиям без опаски, а остальные, наоборот, Господи, Господи, только чтобы вот житие мирное, тихое, безмятежное подашь мне. Спаси и сохрани мной, говорит. Дело в том, что эти люди, они же были верующими. В каком смысле? Что они понимали, что смысл жизни на земле – это не удовольствие, не получить удовольствие. Чему учит сегодняшний современный мир? Возьми из жизни все. Но что может человек взять, который приходит, рождается, простите, ни с чем, и уходит, не забирая с собой ничего? Ничего. А святые, в частности, преподобный Иов, он знал смысл жизни. Что? Что смысл жизни – это уподобление Богу. Это спасение своей бессмертной души. И, конечно же, все, что не посылается в этой жизни, пусть это будет скорбь, пусть это будут какие-то страдания, это все для того, чтобы спасти мне свою душу. То есть Господь меня так спасает. Если мы, конечно же, тоже иногда терпим какие-то страдания, но малодушествуем, потому что мы немощные. Ведь нет у нас как бы твердости в вере. Твердости в вере? Да. То есть веришь,
Но не твердо? Ну, где-то вот так, как Господь говорит, либо ты холоден, либо горяч, ты не должен быть ни таким-таким, должен быть одним. Либо холоден, либо горяч. То есть, если ты взялся уже за рало, то иди вперед. Вот это было у святых. И почему нам церковь преподает их житие? Для чего существует житие? Чтобы видеть их пример, их подвиг, и поступать так, как они поступали. Потому что они поступали по примеру Христа. Если мы уже не можем так по своей немощи уподобиться Христу, как они к этому старались, то хотя бы хоть быть подобны им, этим людям, которые уподобились Христу. Ну да, ну в принципе, знаете... Вот, и они стремились к этому. Отец Максим, дело в том, что читая житие святых угодников Божьих, конечно, ты умиляешься их подвигам, которые даже сложно уместить в своей главе, но на деле бывает часто совершенно по-другому. И когда случаются трудности, скорби и страдания, то, как вы правильно сказали, ну не то, что малодушествует, но человек может впасть и в отчаяние. Как себя оградить вот... От этой пропасти. Знаете, один раз преподобного Серафима Саровского спросили: «Батюшка, почему нету сегодня таких великих святых и подвижников, которые были вот в древности?» Вот он сказал: «Потому что сегодня нет у людей решимости». Решимость, если мы верующие, значит, мы должны понимать, что только Господь мне поможет преодолеть свои немощи. Потому что иногда мы надеемся на себя. И, надеясь на себя, мы падаем и опускаем руки, и уже как бы нет у нас ни на кого надежды. А святые как жили? Они жили, зная псалмы Давида, что он говорил: «Господь нам помощник, прибежище и сила. Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся». Вот Псалтырь – это была единственная книга, которой получались преподобные святые древние. И они знали, что только Господь мне помощник в моих немощах, в моих скорбях. Нужно надеяться только на Бога. Если Он посылает скорбь, ведь мы знаем, что же такое, что нет скорби или искушения выше сил человеческих. Господь не пошлет выше сил. И все, потихоньку смиряемся и живем, Господь помогает. Отец Максим, святой преподобный Иов Почаевский жил, как мы уже выяснили, на рубеже 16-17 веков. Это было очень давно. Он прожил целых 100 лет. Но после его блаженного успения, после его кончины, ну как это, как в книжках пишется, все только началось. То есть явление чудес, заступничество незримое, а очень часто и зримое. И по сей день в Почаевской лавре продолжаются совершения и чудес, и благодати, которую получают люди, ну, как вы правильно сказали, по вере. А еще, телезрители, там есть пещерка, в которой подвязался святой преподобный Иов Почаевский. Так вот, есть поверье, что войти в пещерку можно, она очень узкая, а если ты грешен, то уже дудки не выйдешь. Это правда? На самом деле, не сильно это правда, потому что мы должны... Но пугают многие. Да, в первую очередь мы не должны искать чудес. Так. Мы должны искать помощи Божьей и заступничества святых угодников. Да, преподобный подвязался в Почаевской лавре. На то время это был небольшой монастырь. Он всегда стремился к уединению. И вот он нашел это место, которое природой определено, пещерка. Небольшая, незаметная, туда он залазил для того, чтобы там общаться с Богом. Ползком, да? Туда же так нельзя. Тяжело залазить, неудобно, кто это видел, кто это знал, на себе ощутил. Но насчет того, что назад вылезти нельзя, ведь все мы грешные. Кто скажет, что я безгрешен, я сегодня залезу в пещерку и сразу вылезу. Это был такой случай, но случай специальный для вразумления определенного человека, которому нужно было просто... покаяться. Господь так все управил, и этот человек не смог вылезти до того момента, пока священник его не поисповедовал. Но это единственный случай вразумления только для того человека. А так люди залазят, и только нужна вера. Если мы залазим с верой в эту пещерку, зная, что здесь подвязался святой, не просто подвязался, там он находился длительное время, практически бывало неделями он там находился. Ангел приходил для того, чтобы с ним общаться. То есть это особое святое место. И поверим, мы залазим, там молимся, это не является каким-то таким уже что-то особым местом. Самое святое место – это, мы знаем, церковь, святой алтарь, где совершается таинство.
А это место, где святой подвязался. Конечно же, там были исцеления, там были разные чудеса. И вот это вот поверье, это неправильно. То есть человек залазит и вылазит. А то, что все мы грешны, это должно быть всем известно. Вот вы сказали, что самое святое место – это святой алтарь, который находится в православной церкви. Но очень часто люди склонны искать, люди, которые ищут чудес, как-то проходят мимо вот этого самого великого чуда божественной литургии и устремляются в другие места, где, как им кажется, там и больше чудес, и благодати. Сегодня человек заражен таким как бы суеверием или каким-то личной какой-то верой. Вот мы часто ездим и в паломничество с паломниками в Почаевскую лавру, и во время учебы мы там встречали паломников, которые приезжали увидеть и узнать об этой святыне. Но многие спрашивали почему-то не о том, где здесь чудотворная икона, где здесь... В первую очередь, да? Да, там мощи святых, где здесь можно... покаяться, вот ехали, знаю, там какой-то есть источник праведной Анны, вот нам надо туда, и мы едем через Почаевскую лавру, чтобы попасть туда. То есть вроде основная святыня — это Почаевская лавра, где чудотворная икона Матери Божьей Почаевской, где мощи святых, где есть духовники, где можно поисповедаться. Но самое главное — это не те святыни, о которых нам говорят. Наша святыня у нас у всех есть. В каждом городе, в каждой епархии, где мы живем, где мы находимся, это, естественно, храм Божий, который мы должны посещать каждое воскресенье. Это долг и обязанность каждого христианина. Если мы будем жить так, то, конечно же, нам, как преподобный, опять вспомним преподобного Серафима Саровского, для него он не был нигде, ни в Иерусалиме, ни на Афоне, он говорил, что здесь у меня Иерусалим и Афон, в монастыре, здесь, потому что здесь есть Господь, где я имею возможность с ним общаться и его причащаться. Поэтому это главное нам нужно искать. Это уже как бы дополнительные средства. Мы едем к мощам, где мы там набираем, пытаемся уйти от этой суеты, естественно, где-то немножко закаляемся, набираемся сил, приезжая с других святых мест или с Почаевской лавры, мы как бы заряжены этой благодатью, энергией Божьей, и уже есть у нас силы дальше трудиться. Вот этого мы должны искать. А вот бывает так, что человек побывал в паломнической поездке, вот он, как вы сказали, зарядился этой благодатной энергией, приезжает обратно, и потихонечку все так, вот, то есть он приезжает, исполненный стремление к подвигам. Но проходит время, и так потихонечку воздух выходит, и... все возвращается на круги своя. И снова уныние и так далее. Но опять же, все сопутствующие товары. Опять же, нет решимости. Что мы должны понимать, что если мы приехали зараженные, то значит мы должны продолжать этот подвиг. Чтобы не быть, знаете, еще такое понятие, как воскресный христианин, который в воскресенье он христианин, праведный, где-то старается этот день прожить свято, а с понедельника по субботу он живет, как живет обычный человек, даже и хуже, как язычник. Понимаете? То есть мы должны эту энергию не потерять. Ее должны мы сохранять. Каким способом? Продолжать молиться, продолжать совершать добрые дела, быть человеком, быть христианином, невзирая ни на что, ни на какие испытания, ни на какие препятствия, что с нами Господь. И тогда мы будем сохранять эту благодать, тогда мы не будем терять эти силы. Регулярно исповедаться, причащаться, то есть питаться от святых тайн. И все. А если мы поехали, там получили, за день это все растратили, то смысл тогда этого всего. А есть еще такая, называется, как страсть, жажда к святым местам. И люди переезжают от одного святого места к другому. А когда они возвращаются домой, они не могут находиться дома. Это тоже страсть? Ну, это не страсть, это просто отношение к святыне такое. Знаете, есть люди, как привыкают... Потребительское? Потребительское, конечно. Есть люди, привыкают к святыне. Вот, допустим, человек даже живет в Почаевской, возле Почаевской лавры, и он не ощущает этой святыни, как ощущает тот человек. Вот мы видим, приезжает сдалека человек, и он, если вот кто помнит, к святым воротам нужно так подняться по горочке. То некоторые люди на коленках поднимаются туда.
с трепетом ощущая эту святыню. А некоторые люди забегают в эти ворота, они понимают, а я уже в лавру зашел. То есть, либо привычка к святыне, либо потребительское отношение. Вот это все сегодняшний тоже современный человек этим страдает. Мы должны понимать, что эту благодать, которую мы получаем, мы должны ее беречь. И к ней относиться, к святыне относиться соответственно. Ну, например, в нашем кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, где вы служите, там ведь тоже почивают святые мощи святого священномученика Сергия, нашего местно чтимого святого. И это великая святыня, в соборе почивают мощи, но не выстраиваются огромные очереди к тому, чтобы приложиться к мощам. А ведь это тоже великая святыня, конечно, для нашей земли. Просто люди, видать, не поняли, не ощутили этой благодати, не увидели своего времени. Как бы вот. К ним у нас есть такая святыня, где можно прилаживаться каждый день, молиться священномученику Сергию, человеку, который испытал страшные муки ради Христа, ради веры. И Господь его прославил не просто нетлением мощей, а прославил как великого мученика, страдавшего за веру и за Христа. И да, людей нет, так как, допустим, привести какую-то другую святыню, выстроится очередь. Опять же, все зависит от нашей веры, от веры людей, как каждый отношение к этой святыне. Пожалуйста, вот мощи, не обязательно ехать куда-то. Помолитесь у священномученика Сергия. Это же тоже, и святой – это посредник. Почему молимся святым? Это посредник между Богом и людьми. Как в этом мире. Что тогда мы... вам могут возразить, что есть такие люди, которые скажут, я не нуждаюсь в посредниках. Ну, это значит их проблема. Мы же не будем для всех угождать. Мы говорим, и на всех и не угодишь. Ну, конечно. Это значит ваше решение, ваша воля, пожалуйста. Не нужен, ваша проблема. Но у нас есть такой посредник. У нас есть такой человек, которому мы можем, который, опять же повторюсь, прожил так свято жизнь, что Господь сподобил его мученического венца. Не каждому это дано. Многие мечтают о том, вот как бы умереть мученически. А сможем ли мы эти муки вытерпеть? Сможем ли мы так претерпеть, как претерпел священномученик Сергий? Ведь многие люди отрекались от веры, когда начинали их мучить. Это же тоже есть в истории, это тоже есть в житиях святых. Ну да, и не их вина, потому да. что... Ну вот потому что где-то или слабая вера, или... Мучения были выше их сил, да. Вот, ну, может, не выше сил, если бы они обратились к Богу, Господь помог. Где-то да. вот, где-то вот, ну, не знаем мы тоже. Не знаем, да, это. Сие есть тайна Поэтому великая. Мы боимся об этом говорить, потому что кто знает, что как бы мы поступили. Не бы, знаем, мы их да. не осуждаем. Не, ни в коем случае. Да. Но у нас есть человек, где мы просим, священномученичий Сергий, моли Бога о мне, помоги мне тоже испытать в какой-то мере свои мучения в моей жизни. Где-то мы же тоже мучаемся. Мучаемся совестью, мучаемся там где-то своих родных, близких где-то. Вот, что нам они не угодны чем-то. Не по нашей воле. Это, знаете, все по-разному же бывает. И мы просим, священномученичий Сергий, помоги. Умудри, вразуми, укрепи. Помоги претерпеть какие-то страдания, терзания душевные. Вот у нас есть этот святой. И действительно, в кафедральный собор мало приходит для этого людей. Все, опять же, по нашей вере, по нашему отношению к этой святыне. Ну и правильно, конечно, и ехать можно, если поехать, если есть возможность, побывать, увидеть те святые места, это тоже нужно. Ну да, но это не важно. То есть, ну как в этом смысле, это, если нет возможности, то, пожалуйста, вот пойди в свой храм и помолись, тебе такая же благодать пошлется от Бога. То есть, если есть возможность у тебя совершать паломнические поездки, то не стоит уклоняться. Но если нет в сердце желания или нет возможности, это тоже не так страшно, да, отец Максим? Потому что, может быть, нас сейчас слушают или зрители, кто-то думает, что вот я, к сожалению, не могу поехать в Почаев или на Святую Землю. Но это не страшно. Телезрители, это не страшно. Конечно. Единственное, что если есть выбор, либо вот тебе надо эти денежки за год, которые собираю я, чтобы поехать в Иерусалим или куда-то там в Египет, потратить их на эту поездку, или действительно там, может, нуждается кто-то в моей помощи. Что мне делать, что, не думая, отдать эти деньги на помощь. Либо, может, на строительство храма, либо на лечение больного ребенка.
Думаю, вот, ну так, нет, надо отдать. И не поехать, Господь пошлет тебе эту благодать. Если, только в том случае, если есть какой-то выбор, что действительно употребить деньги на поездку, либо отдать. А если человек все-таки хочет поехать, и он едет, ведь это хорошо. Раз в жизни можно, а что ж, есть возможность, поедет. Но не стремиться, знаете, как это, чтобы не вошло в традицию, каждый год я должен это совершать. То есть, есть ли потребность? Если я в храм не хожу каждое воскресенье, но каждый год езжу в Иерусалим, то мне кажется, что это не сильно правильно. Угу. Может быть, отец Максим, итак, 10 сентября мы отмечаем, мы совершаем память святого преподобного Иова Почаевского, который жил на рубеже 16-17 веков, но этот святой близок и актуален нам и сегодня. В первую очередь чем? У нас буквально одна минутка. Ну, тем, что это святой нашей церкви, святой нашей земли, и то, что это пример для всех нас. Пример любви, терпения, пример уподобления Богу, пример стремления к Богу. То, что, к чему призван каждый православный христианин. И дай Бог, чтобы мы шли этим путем, по примеру преподобного Иова, и спасали свои бессмертные души. Да, дай Бог, чтобы так было. Спасибо большое, отец Максим. Время нашего эфира подошло к концу. Друзья мои, у нас сегодня в гостях был клирик Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы иерей Максим Меркулов. Я напоминаю, что именно в этом соборе почивают мощи святого преподобного священномученика Сергия. И если у вас нет возможности поехать к Иову Почаевскому, вы можете прийти в собор и приложиться к этим мощам. И пусть в ваших душах всегда будет любовь и надежда на то, что все будет так, как угодно Богу. Це була розмова на тему. На все добре.